Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил зимнее содержание территории. В выездном совещании приняли участие руководители структурных подразделений и представители подрядных организаций. Как они оценили качество уборки снега, узнаете в нашем следующем сюжете. Первая точка – ЖК Новокросково. Обустроенную набережную не видно под толстым слоем снега. Кроме любителей зимней рыбалки, по всей видимости, сюда не ступала ничья нога, в том числе и коммунальщиков. Глава округа дал поручение исправить ситуацию. А это уже Кореневский форт. Техника освобождает от снега проезжую часть, а дворники приводят в порядок детскую площадку. Владимир Ружицкий напоминает ответственным за благоустройство округа, что такая картина должна быть повсеместна во избежание дальнейших жалоб. Есть ряд замечаний по содержанию территорий. Я думаю, что мы будем понуждать просто-напросто все это исправлять. Зима только начинается. Да, было несколько снегопадов, обильные, ну, уж не такой степени, чтобы можно было бы не справиться. У нас сегодня есть силы, средства, и люди, техника необходимая, чтобы, скажем, территорию удерживать. Под инспектирование попала также улица Вертолетная. Здесь ответственность за чистые дворы лежит на управляющей компании «Самолет-сервис». Проверка показала несколько недочетов в их работе. В то же время в густонаселенном районе есть еще одна проблема. Припаркованные в неположенных местах автомобили, которые мешают снегоуборочной технике. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.